На связи с Самарой Москва. Ученые и общественники принимают участие в заседании круглого стола. Это одна из составляющих всероссийской акции «Неделя памяти». Она приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Аушвиц. Память о Холокосте и геноциде – то, что нас делает людьми. То есть мы не можем допустить повторения всех этих вещей. Мы понимаем, что эти события не только невозможно оставить в рамках чисто еврейской темы. Это тема абсолютно для всех. Геноцид – это страшная вещь, которая не может оставить кого-то в стороне. Поэтому мы, безусловно, собираем всех наших друзей, всех близких, уважаемых, наших, так сказать, любимых людей, чтобы они тоже имели возможность высказаться и обменяться мнениями, сказать какие-то важные слова от сердца. По экспертным оценкам, которые приводит Российский еврейский конгресс, порядка 6 миллионов евреев было убито во время Холокоста с 1938 года по 1945 год. Как могло такое произойти в просвещенной Европе в 20 веке? Холокост – это общечеловеческая трагедия, Холокост – это апофеоз зла, это преступление против человечности, когда человек убивает себе подобное самым изощренным способом. Страшнейшее преступление, и об этом мы должны знать, помнить и передавать будущим поколениям, что в истории человечества такое страшное произошло, мы никогда не должны допустить подобное. Всероссийская акция «Недели памяти жертв Холокоста» продлится до 31 января. В крупных городах страны будут проходить вебинары, тематические спектакли, концерты и выставки. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.